это две работы с пленэра Одинцовского, вот эти три дня, когда мы все вместе выходили, рисовали, ну, писали, правильно говорить, писали. Это еще один раз мой двор, еще это уже вечерняя зарисовка, не прям, чтоб уже сумерки, но уже солнышко начало садиться. А сколько времени ушло у тебя примерно вот на эти работы? Пленэрные самые быстрые. Храмы и памятники, густые леса и уютные зеленые дворы. Город Одинцово многолик, тем и прекрасен. Это наглядно продемонстрировала Александра Будаева в разных техниках и форматах. Здесь и тушь, и акварель, и даже маркер. Столько зелени, столько пейзажей. Прямо-таки, причем мы берем не только Одинцово, но и Одинцовский район. Уж там уж много всего. Любит работать на природе. Достопримечательности рисовать интересно, но сложно. А на пленэрах так и вовсе сосредоточиться непросто. Но юных художников сложности не пугают. Как доказательство, выставка их работ, которая открылась в Одинцовском музее ко дню его рождения. Наши художники показали, как они видят наш город, что они к нему чувствуют. Здесь не только вот наши одинцовские зарисовки. Здесь мы еще были в Каринском, нас туда приглашали. Вот наши дети туда тоже ездили, там рисовали, тоже мне. Некоторые людики есть оттуда. Здесь представлены работы детей от 1 до 5 включительно класса. Нам очень нравится именно музейный уровень этих работ. Ребята бесконечно талантливые, чудесные, волшебные. Наконец нас выпустили друг к другу, и поэтому мы совершенно радостно делаем эту выставку и открываем новый учебный год именно работами молодых талантливых художников. Теперь в краеведческом музее жители и гости округа могут не только узнать историю Одинцовской земли, но и полюбоваться ее красотами. Представить свои работы на обозрение широкой публике – важная часть образовательного процесса. Выставки работ учащихся у нас в школе экспонируются круглогодично, но там действительно мало посетителей. В основном они учатся на работах друг друга и не более того. А вот выставить для того, чтобы и жители нашего района посмотрели, и гости, приезжающие сюда на работы именно детей, как они развиваются, как они любят свой город. А еще эта выставка – подарок Одинцовскому музею на день рождения. Символично, что именно накануне праздника он получил официальный статус – государственный. И это еще один подарок. Музей приобрел статус государственного музея. Мы вошли в реестр государственных музеев. Для нас это новый этап, для нас это новая вершина. Мы очень горды. В качестве подтверждения статуса работники музея в торжественной обстановке получили удостоверение. Впереди много работы, выставки, презентации и, конечно, экскурсии. Двери краеведческого музея всегда открыты для всех любителей истории и не только. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».